изначально Jinjer не задумывался как коммерческий проект? Это как раз вот образ жизни. Бывал там на концерте какой-то группы или посмотрел там в живое выступление, сразу там хочется что-то делать и там поиграть на гитарке, что-то накинуть. Все это в совокупности, оно как бы влияет на нас, влияет на то, что мы играем, как мы играем. У нас есть яйца, так что мы добьемся своего. Johnny and Jumbo!